В Плёском доме музея имени Левитана установят дополнительную защиту на окна. Такое решение было принято после того, как из музея украли 5 оригинальных полотен кисти Исаака Левитана. Ущерб составил 77 миллионов рублей. Долго обсуждали вопрос, что выбрать – металлические решетки или ставни, чтобы обеспечить надежную защиту и в то же время не пренебречь правилами противопожарной безопасности. Выбор остановили на металлической решетке. Идет согласование с подрядчиком. Мы обсуждаем конфигурацию вот этого металлического заграждения. И как только работы будут выполнены в среднем, в общем-то, фронт работы осуществляется в течение месяца, то экспозиция вновь будет открыта для посетителей. Я хочу подчеркнуть, что дом музея Левитана ежегодно посещало до 80 тысяч населения, тех граждан, которые действительно с любовью, с трепетом относятся как к самому Левитану, так и к его наследию. В настоящее время вопрос охраны музеев находится на особом контроле областного правительства. Ведется работа с правоохранительными органами. В 8 областных и 13 муниципальных музеях региона планируется усилить защиту произведений искусства от воров. Проведена ревизия всех музеев Ивановской области. В настоящее время уже подведен итог. Необходимо дополнительное сигнование в сумме где-то 18 миллионов рублей для того, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности. Поиск пропавших картин продолжается, но пока безуспешно. Тем временем в полиции завершена служебная проверка по факту кражи полотен. Ряд сотрудников Управления вневедомственной охраны и МВД России по Приволжскому району будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за то, что не приняли должных мер к устранению слабых мест в защите музея. Любовь Почерникова, Андрей Семиолков, РТВ Иваново.